Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру «Смешарики. Начало». Итак, друзья, давайте-ка посмотрим. В прошлых частях мы уже прошли тренировочный лагерь. Кроме того, мы прошли, друзья, 8, 9, 10, 11 и 12 уровень. И у нас остался 13 уровень. И потом дальше будет ночная смена. Ну что же, друзья, давайте-ка попробуем пройти 13 уровень. Отключите систему управления киберпатрульными. Ну что же, вперед, друзья! Ох, елки-иголки, да это же сам начальник охраны. Здорово. Да вижу я, вижу, укуси его пчела. Тогда план такой. Ты отвлекаешь своими супергероическими приемами, а я в нужный момент как? И что потом? Вон у него помощников сколько. Да и не за этим мы сюда пришли. Нам только патрульных отключить надо. Интересно, что это за радиоприемник? Ёлки-иголки, так это и есть то самые штуковины, которыми им управляют. Думаешь, тогда давай-ка их столкнем вниз. Если не поломаются, может и киберпатрульные успокоятся. Ну, а с начальником охраны то что? Да ничего, пока с ним. Забодай меня, комар, я позже разберусь. Так, здорово, здорово, друзья. Итак, давайте-ка попробуем переключиться на... Крош на Люсьена. Так, ну что ж, давайте-ка попробуем собрать. Вот, только вот, мы уничтожили. Ага, нужно 15 вот этих аппаратов уничтожить. Вот так. Давайте-ка попробуем вот с этой гориллой разобраться. Вот. А слушайте, на нее, по-моему, нельзя напрыгнуть. Не можно. Ага, вот как-то вот так. Друзья, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Давай-ка, давай-ка копатыч, давай-ка, давай, вот так, да-да-да-да-да-да, здорово. Вот, замечательно, отлично, и еще несколько аппаратов уничтожили. Вот, возможно, будет кроликом лучше получаться, давайте-ка. Ай-яй-яй, вот видите, друзья, что делается? Какая вредная горилла, и, кстати, ее нельзя уничтожить. Вот этих мелких можно, вот видите, вот, а вот эту большую никак не получается, вот так. Вот кроме того еще роботы, ай-яй-яй-яй, вот так, да-да-да, замечательно, вот, чудесно-чудесно, ой-ой-ой-ой, вот, да-да-да, вот так, да, отлично, как же нам забраться наверх? Вот, вот, возле столба нужно попробовать, да, вот, получилось, замечательно, попробуем-ка, ой-ой-ой, вы видели, друзья, вот этой волной? Нас сбивает вредный вот этот. Ай-яй-яй-яй, друзья, вот так попробуем. И вредные роботы. Ай-яй-яй-яй, волной вот этот начальник охраны стреляется и сбивает нашего кроша. Кроме того, еще и вот так. Да-да, вот. Да-да-да, прыгай, 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 крош. Вот. Замечательно. Итак, 13 аппаратов уже уничтожили. 14 и последний. Да, здорово, здорово. Оба-на, а куда это начальник охраны подевался? А я с ним перемолвлюсь парой словечек. Вот так. Вот тогда, как по балконам скакать, так крош. А как на драку хорошую посмотреть, так кто-то другой. Крош, да ты чего? Какая драка? Мы с ним по-хорошему поговорили. Он даже извинился, сказал, что все сам полицейским про патрульных и хулиганов расскажет. И ты ему поверил? Ну-ну, хотя да, тебе-то он боится. Ну и для чего он тебе патрульных на нас напустил? Да не на нас, просто приказал им никого на стадион не пускать. Ну, кроме фанатов нашего городского клуба. Он же и сам фанат. Но зачем? Укуси меня, пчела, это же элементарно. У нашего клуба сегодня последний матч в сезоне. Самый ответственный, а капитан приболел. Вот фанаты испугались, что клуб проиграет, ну и решили игру эту немного отложить. А дальше уже начальник охраны все организовал. И это все из-за футбола? Из-за футбола еще не такое делает. Главное, что никто не пострадал, а начальник охраны перед полицией ответит. Конечно, так что пойдем, а то у меня завтра шоу еще. Ёлки-иголки. Так, вот так, друзья... Уровень пройден, довольно-таки быстро мы, друзья, с ним справились, замечательно. Ну что скажу, здорово, здорово, друзья. Итак, на 76% неплохо.
Четырех врагов мы победили. Знаки собрали, звездочки. Ну что, неплохо, неплохо, друзья. Город освобожден от хулиганов. Каркарыч попал на футбольный матч. И Смешариков ждет еще одно самое важное задание. Ну что, друзья, давайте-ка сыграем еще в ночную смену, 14 уровень. Доберись до конца уровня. Ну что же, попробуем. Знаешь, Пин, я ведь никогда еще не был в музее, даже днем. Майн год, это есть очень большое упущение. Почему-то молодежь пренебрегает образованием, хотя это очень важно. Ну да, ты, собственно, прав, только необычно, что мы здесь ночью. О, ночью здесь даже лучше, совсем нет посетителей, никто не отвлекает. Обычно я работаю днем у себя в кабинете с моими машинами, а ночью выхожу побродить. Очень хорошо думается, просто фантастиш. А тебе не страшно? Страшно, какая глупость, разве что мумии начнут ходить, ха-ха-ха. Не говори ерунду, ночью здесь просто замечательно. Тогда давай прогуляемся. Так, ну что же, друзья, давайте-ка прогуляемся. Ёжиком, кстати, ёжика можно переключить. Да, вот, смотрите, друзья, как здорово. Вот. Вот, можем переключиться на ёжика. Вот так. А как же нам добраться до вот той звездочки? Ага, вот, здорово. Вот, замечательно. Вот так. Отлично. Итак, вторая ромашка. Это что за переключатель? Непонятно. Это что, друзья, нужно перепрыгнуть? Ой-ой-ой. Попробую еще раз. Осталось попыток прохождения 2. Вот так. Неприятность была. Хорошо, друзья. Так, ну вот, давайте-ка пропустим вот этот диалог. Мы его уже читали. Так, вот. Здорово, здорово. Отлично, собираем. Вот, замечательно. Хорошо. Вот звездочки, ромашки. Перепрыгиваем. Так, нужно забраться наверх. И еще вот так, здорово. Пособирать. Вот, отлично, отлично. Собираем, друзья. Вот, а как же нам включить вот этот прибор? Непонятно, друзья. Вот. Ага, вот, смотрите, здорово, как наш ежик может кружиться. Вот. Как же нам включить вот этот прибор? А возможно, нам нужен пин. Вот, вот, вот сейчас я... Да, 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 да. И что же? Да, вот, друзья, оказывается, в чем дело. Вот, видите, нужно было пином восстановить все. Так. Лосяш, майн год, ты меня здорово напугал. Я думал, ты уже ушел. Время очень позднее. Просто, Пин, понимаешь, я был на пороге открытия, изучал манускрипты времен Тутаншарона V. И тут начался этот дикий... Шум. Работать просто невозможно. Шум, Лося, что за шум? Неужели мумии? Майн год, это не может быть. Здесь просто никого нет, кроме нас с вами. Я встретил ежика и сразу поставил в музей на сигнализацию. Тем не менее, шум есть. И раздается вот из вот этой дыры. Мумии? Хорошо, я проверю. Пойдем, ежик, не бойся. Я всего лишь пошутил насчет мумии. Возможно, это просто сквозняк. Ну что же, пошли, друзья, давайте-ка пособираем. Так, вот так. Давайте-ка прыгнем. Попробуем собрать все ромашки. Звездочки вот так. Вот, вот, здорово, здорово. И еще вот здесь. Отлично. Вот, соберем-ка вот так звездочку. Замечательно. Друзья, вперед, 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 вперед. Ежик. Вот так, здорово. Вот, отлично. И еще вот так. Ай-яй-яй-яй. Ага, вот, друзья, видите, там снизу еще множество. Вот так, замечательно. Ой-ой-ой, это что? Что за лазеры? Ой-ой-ой, что-то мы разбили. Ну ничего. Сейчас давайте-ка мы проверим. Ага, вот, через ту трубу, оказывается, нельзя было пройти. Ну что же, друзья, давайте-ка аккуратненько пособираем. Так, вот. Так, здорово, здорово. Там выше ничего нет. Ну что же, нам нужен пин, чтобы подключить вот эту электронную систему. Так, вот, попробуем. Да, 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 да. И что же? Да, вот видите, друзья, здорово. Пин переключил. И теперь мы дальше можем идти. Стоп. А как же
Нам нужно, чтобы он еще какое-то оборудование поставил, включил, чтобы здесь пол поднялся. Что-то непонятно, друзья. Ну давайте-ка вот. Вот, возможно тогда нам вверх нужно перебраться. Возможно, сверху откроется какой-то путь. Ну что же, давайте-ка попробуем. Вот так, нет, не видно там пути. Что же делать? Так, ну нужно нам перебраться на другую сторону. Кстати, а если ежик использует суперудар, что же получится? А ну-ка. Ага, вот такой вот прикольный, друзья, ежик. Супер удар у него, здорово, здорово. Но мы все же попробуем переключиться на пина и попробуем использовать супер удар, друзья. Ну что же. Да, 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 удалось, друзья, использовать супер удар. Вот они, грабители, друзья. Вот, да, 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 вот смотрите, как здорово, справились с одним грабителем. Вот здорово. А что за интересный вот такой след динозавра? Итак, давайте-ка поговорим с лосяжем, что же случилось. Собственно, это не мумия, кажется, просто обычный грабитель. Это немного хуже. Грабители музея непорядок. Не понимают, что им здесь нужно. Возможно, коллекция черепков большого черного сервиза императора Шарци времен 8 династии. Ее недавно доставили к нам. Из Китая, другого объяснения у меня нет. Но кому нужны какие-то черепки? Мой неисторический друг, это очень большая ценность. Прошу заметить, если верить книге Великой Панды, этот сервиз был разбит самим императором, но причина всего происшествия неизвестна. Если внимательно изучить черепки, мы ее обнаружим, и это станет великим открытием. Хм, ну я не знаю. В любом случае, нужно проверить склад. Пойдемте. Итак, друзья, отправляемся дальше. У нас уровень пройден. Вот так, замечательно. Итак, оценка 100%. У нас золотая медаль. Здорово, друзья. Итак, давайте-ка еще пройдем с вами 15 уровень. Найди и собери все музейные экспонаты. Ну, здорово, здорово, друзья. Судя по всему, в хранилище еще никого не было. Охранной системы в порядке. Замечательно. Ой, да, я вас умоляю, это не означает, что никто сюда не проникнет. Нужно спасти экспонаты. Лосяш, а тебе не кажется, что будет лучше позвать полицию? Правильное предложение. Лосяш, отправляйся в кабинет директора, там должен быть телефон. А мы с ежиком соберем пока коробки с экспонатами. Вот так. Хорошо, встретимся наверху. Коробки вы найдете сразу. На них даже транспортные этикетки до сих пор наклеены. Так, ну вот что, друзья, давайте-ка собираем коробки. Итак, вот первая коробка собрана. Замечательно. Ага, вот. Нужно, друзья, уклоняться вот от этих вредных лад. Видите, падает и ранит нашего ежика. Будем аккуратненько передвигаться, перепрыгивать. Вот через эти латы вот соберем ромашку. Вот и еще вот так. Да, 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 да. Так. Ой-ой-ой, а как же нам забраться сюда? Непонятно, друзья. Что-то нет ухода. О, это что за прикол, конечно. Вот такой вот. Ага, вот я догадываюсь. Вот так вот. Вот, вот смотрите, друзья, как наш ежик может проскакивать. Вот здорово, здорово. Хорошо. Ага, вот, 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 смотрите, друзья. Вот, замечательно, замечательно. Давайте-ка соберем вот звездочки. Так, посмотрим, что там дальше. А выше, выше, выше. Ага, вот, смотрите, друзья, как здорово. Давайте-ка посмотрим, что здесь. Ага, какие-то лазеры. Монетка. Но здесь, друзья, видите... Вот, друзья, здесь... Ой-ой-ой, осторожно, ежик, а то под лазерные лучи попадешь. Ну что же, друзья, придется пока здесь не будем собирать. Попробуем еще выше пойти. Что же там? Ага, вот-вот, здорово, какой интересный уровень. Сколько всего тут неожиданного. Ой, какие-то грабители, друзья. Вот так, а я... Вот.
Хмы, это очень странно. Майн год. Что-то не так? Я не помню в охранной схеме этого барьера. Что за ним? Надо будет отыскать пульт управления, который отключит эти лучи. Вот так, здорово, здорово. Ой-ой-ой, вот так, да-да-да-да-да-да. Забрались, друзья, мы с этими грабителями. Так, ну что же, давайте-ка вот попробуем отключить. Пусть наш пин отключит. И что же случилось? Вот, отключили мы лазерные лучи. Вот так, замечательно, друзья. А что же дальше здесь? Давайте-ка посмотрим. Ага, а здесь не отключили. Есть лучи. А есть... Вот так. А здесь... Тоже остаются лучи. Ну, давайте-ка пока выключим, а там видно будет. Ну что же, там... Вот... Подсказочка, что там отключились лучи, мы уже поняли. Ну что же, друзья, давайте-ка пока полезем вниз. Посмотрим, что здесь интересного будет. Вот так, вот так. Ага, ну нам нужно превратиться назад в ежика. Вот так проскакиваем. Давайте-ка пока соберем звездочки. Ага, вот, кстати. Вот, здорово, 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 здорово. Так, давайте-ка, друзья, еще раз пособираем звездочки. Вот, ай-яй-яй, немножко промахнулся. Вот, чудесно, чудесно. Вот так. Да-да-да-да-да. Вот, отлично, отлично, отлично. Собираем, собираем. Так, пока я не хочу подходить к нашему лосяжу, потому что, возможно, друзья, закончится уровень. Так, давайте-ка посмотрим, что здесь у нас. Так, давай-ка, ежик, собирай звездочки. Вот еще две коробки. Вот одна, вторая, звездочки. Кстати, еще какая-то система сигнализации. Давайте-ка мы переключимся на пина и отключим. Вот. Ага, вот. Здесь отключили лазер. Отлично, друзья. Вот, видите, как здорово. Итак, идем сейчас вниз. Только вначале пособираем звездочки и ромашки. Вот так. Отлично, отлично. Очень здорово прошли. Так, превращаемся назад в ежика. Так, давайте-ка вот, переключаемся на ежика и спускаемся вниз. Ай, звездочки потерял. Ну ничего. Вот, давайте-ка пока зайдем сюда. Собираем монетку. Осторожно, там рыцарские вот эти доспехи. Вот, здорово, здорово. Отлично. Еще ромашечка. Да, да, замечательно. Друзья, очень здорово у нас все получилось. Ну давай-ка, ежик. Мы в тебя верим, ты наш герой. Больше там снизу ничего нет, друзья. Ну что же, поднимаемся вверх. Давайте-ка поднимаемся вверх, посмотрим, что же там. Так, вот, возможно, вот здесь мы уже отключили лазер. Давайте-ка проверим. Да, 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 вот видите, друзья, отключили лазер. И еще, друзья, сколько здесь коробок? Вот, уже 15 коробок мы собрали. Вот как здорово. Так, забираемся наверх, еще собираем. Вот звездочки, смотрите, друзья, уже сколько собрано. Чудесно, чудесно. Вот такая хорошая коллекция. 15 коробок уже собрали. Итак, друзья, прыжок вот за звездочками. Чудесно. Так, движемся вверх, 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 только вверх. Так, здесь мы уже, по-моему, все пособирали. Ну что же, друзья, тогда... Хотя нет, там уже была защита. Давайте-ка проверим, друзья, что здесь происходит. Давайте-ка проверим, есть ли тут защита. Да, а здесь защита, друзья, так и осталась. Видите, что-то еще не отключено. Вот, да-да-да-да-да. Здорово. Итак, прыжок. Еще прыжок, еще прыжок. Вот так, да. Чудесно, чудесно. Вот, отлично. Вот, ой-ой-ой, вот вредный грабитель. Вот, задел нашего ежика. Так, все пропало. Телефон не работает, связи нет. У меня есть ощущение, что грабители перепрограммировали мою систему сигнализации. Это даже хуже. Хуже, чем неработающий телефон. Да, Майнгод, да. Даже если мы сможем вызвать полицию, не войдут в музей. У меня очень надежная система. Если она работает, она никого не пускает. Феноменально. Но теперь она надежно работает и надежно не пускает полицейских.
Спокойствие, я ее заставил работать, я ее заставлю и не работать. Мы отключим систему, а потом пойдем ко мне в комнату. Зачем? Там можно спрятаться от грабителей? Нет, там есть мой сотовый телефон. Ну что, здорово, друзья. Давайте-ка пока собираем вот. Вот, кстати, какой-то механизм. Давайте-ка мы включим. Так, где же наш... Вот так. Да-да-да-да. И что же произошло? Ага, вот. Мы восстановили кусочек пола. Давайте-ка возвращаемся назад. Отлично, отлично. Здорово. Вот такое вот сегодня интересное задание у нас получилось. Отлично. Ай-яй-яй, осторожно, грабитель. Вот так, с этим грабителем справились. И второй грабитель. Ничего себе, друзья, смотрите, мы открыли какую-то мумию. Это только ежику нужно видеть. Вот, здорово, здорово. И смотрите, друзья, уже собрали 20 коробок. Ничего себе, друзья, здорово. И у нас уровень пройден. Супер, супер. Итак, друзья, на этом мы уже будем заканчивать. Итак, мы уже прошли с вами 15 уровней в этой замечательной игре «Смешарики. Начало». Останется еще у нас 4 уровня. 16, 17, 18 и 19. Ну что же, друзья, на этом мы будем прощаться. А вы, если вам нравится игра, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Кстати, друзья, в плейлистах в конце видео должна быть ссылочка на другие серии со смешариками цикла «Смешарики. Начало». Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых серий. Всем пока!